До сих пор не можем победить бедность. Как вы собираетесь бороться с бедностью, если вы получаете до 2 миллионов, а минимальная зарплата 70 тысяч? Как вы собираетесь бороться с бедностью, если вы о другом думаете? Между правительством и народом нету связи никакой. Вы пока занимаетесь переименованием улиц, городов. У нас реально серьезные экологические проблемы. По всей стране. Министерство экологии вообще спит. Я не знаю, чем они занимаются. Бедностью бороться. Это с вами надо бороться. Вы за 30 лет ни один ТЭЦ не построили. При этом атомную электростанцию хотите построить. Мы в столице углем топим. О чем вы говорите? Кстати, поздравляю, наши столица входит в топ-10 самых грязных городов мира. То, что случилось в Екибастузе, это результат вашей работы, дамы и господа. Это результат тотальной коррупции. Вот, коррупционеры, поднимите руки. Чего вы все задергались? И, кстати, давайте не будем брать под личный контроль, когда что-то случилось. Под личный контроль надо брать до последствий. Состояние ТЭЦ по всей стране плачевное, как и состояние нашего народа. Вы говорите про закредитованность населения, при этом сами берете в кредит миллионами евро у Международного банка, имея кучу запасов нефти, газа, урана. Да вся таблица Менделеева у нас под землей. Нас всего лишь 19 миллионов, ребята. У нас дефицит бюджета. Как так получается, ребят? Или я тупой, ничего не понимаю? Или вы... Ты чего, Лёш? Я не снимся.